Всем привет и добро пожаловать на канал Капуфтил. Это видео, это вторая часть гайда по прокачке, но только уже с 325 по 500 уровень. Первая часть, как попасть во второе море, и другую важную инфу вы найдете в описании под видео. Поэтому начнем. Я покажу способы, которыми можно качаться. Они все хороши, просто есть плюсы, а есть минусы. Триллер Барк. Это самое лучшее место для прокачки. Если у вас есть пати, то особенно, а если нет, то тоже. Тут есть два основных варианта. Убивать боссов, а именно Рюму и Борща. Можно, конечно, и Морио, но лично я не рекомендую на нем качаться. Или, если у вас нет пати, то можно просто уничтожать зомби, каких именно зависит от фрукта. Если у вас выходит быстро агрить всех зомби на кладбище, то фармите кладбище. Если вы быстро убиваете рыцарей, а они вас почти не бьют, то фармите рыцарей. Плюсы фармить на триллер барке это то, что вы сразу фармите жизненно необходимые вещи, и это не очень скучно. Минусов почти нет. Единственный минус, что босса в соло убивать смысла ноль. А в соло в итоге остается вариант только убивать зомби. Второй вариант. Стак кракенов и грид кракенов. Так как, скорее всего, фармить вы будете их не в соло. Это неплохой вариант. Ведь сразу можно выбить книжку для получения хаки В2. Кракен грид сворд и кракен сет, у которого тоже очень неплохие статы. Про скорость прокачки на кракенов я не могу что-либо сказать, ведь на это влияет слишком много факторов, а именно ваша команда, которая будет их стакать, если у вас есть фрутбэк, и стакает ли ваша пати кракенов с космической скоростью. Если да, то конечно, вперед качаться на кракенах, но я лично на кракенах много не качался, это трудно. Плюсы фармиться на кракенах – это вероятность хорошего фрукта. Выпадение – вероятность хорошего фрукта. Книга для хаки В2 и различные вещи. Минусы – вам нужна пати здравомыслящих людей. Шанс встретить такой пати – менее 1%. А также, если вы какой-нибудь пика-юзер без баунти или что-то вроде, то тогда эта пати еще должна вас к себе пустить по какой-то неизвестной мне причине. Лично я качал все свои 7 аккаунтов, пока не упадет книга на кракенах, а потом шел на триллер барк и поднимал максимальный уровень. На этом все, пишите свои идеи и вопросы в комментарии, для меня это очень важно.